Протестировано и одобрено мамами. В Хворостянском районе родители детей до 3 лет лично убедились, что их малыши останутся под достойным присмотром. При детском саде «Колосок» в селе Хворостянка после капитального ремонта открыли оснащенную современным оборудованием ясельную группу. В этом году до 31 декабря 2019 года у нас будет открыто 3 такие группы. Одна группа вот как раз там, где мы сейчас, здесь, где мы сейчас находимся, в детском садике. И 2 группы будут открываться в городе Чапаевске. Ну, на территории данного детского садика мы открываем группу для 15 детей. На территории города Чапаевска мы открываем 2 группы по 20 детей. С появлением в селе новых яслей родители смогут спокойно вернуться на работу намного раньше. Мы открываем места, мы закрываем полностью вопрос по обеспечению доступности дошкольного образования. Да, то есть у нас нет сейчас очередности в детский сад, в отличие от городов и районов, даже губернии. И, соответственно, мы повышаем мобильность мамочек. Да, то есть мамы, находясь в декретном отпуске, при появлении данной группы могут спокойно отдать своих детей, да, вернуться на работу. Открытие в уже действующих детских садах новых ясельных групп позволяет достичь целей, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта «Демография». Благодаря всем усилиям, всем вместе, и мы получили такую прекрасную группу. И мне хочется всех поздравить, всех родителей, всех гостей, которые у нас сегодня присутствовали на нашем празднике. Праздник для малышей, их родителей и гостей удался. Воспитанники детского сада для такого торжественного события подготовили творческие номера.